Не надо лишних слез, у тебя туберкулез. Дальше. Правильно расстановка барабанов. Чтобы сыграть грамотно, скопировав, возьмем того же Слипнота. Видели, как играет барабанщик, да? Он играет неправильно. Это мой один из лучших учеников, но он играет неправильно. Начнем с того, что он перепутал тома. Это вот часто вам модно ставить тома, а вот в таком положении нет. Первый том. Именно правый том, он первый, потому что мы правши. Первый том стоит вот здесь, на уровне ваших глаз. Второй том мы убираем где-то под задницу, чтобы удобнее было крутиться. Ну, вы понимаете, зубами же играем. Третий том. Самый рабочий, самый важный том. На нем обычно сидят барабанщики. Почему мы его переворачиваем? Потому что так это хуйня бесполезная. На нем никто не играет, все равно это полная хуйня бесполезная. Я его использую как холодильник. Но, перевернув его, мы увеличиваем площадь для барабанщиков. Три ножки. Это на целых два барабанщика больше. А если повезет, даже на четыре. Ведь барабанщики могут сидеть друг в друге. Тем самым мы увеличиваем игру в пять раз. Будьте со мной. Да, со мной. Да, да, да.